дошли до ребят, поэтому видим уже в бане на первую стадию. Не-не-не, это вот как раз-таки Virtus Pro так и играют, они забанили. Они не хотели против себя медведя такого. Ясно. Заметьте, что вот я с ними ехал как-то в одной машине, они очень много обсуждали именно того, что БХ вот слишком много дает, его надо постоянно банить. И что мы видим? Нарушили свои же заветы и отдали БХ. Вообще довольно странно, БХ не то чтобы был какой-то такой герой, которого все стремятся урвать на first pick, но здесь вот бам... и Bounty Hunter, хотя есть и другие персонажи. Действительно, есть. За прошлый патч, на самом деле, он был чуть не топ-2 по частоте банов. Это я спал тогда, наверное. Ну, видимо, да, тот самый... Тот момент короткий. Ну вот, Virtus Pro уже не могут брать своих думов, потому что Bounty Hunter его будет напрягать. Придется брать что-то защитное. Ты думаешь, не могут? Ну, могут, вот мне кажется, что... Ой, не надо, я думаю... Ой, не надо, давайте без этого, не надо грязи. Будут брать что-то защитное. То есть либо... от Bounty Hunter сразу в защиту резко. Да, все. Оп. Не, что чтобы он чувствовал взять? Себя бесполезным на карте. То есть там какое-то прикрытие. Хорошо. В миде, какая-то дабла в легкой. 1-2-2 поставить. Не войд в сложный, все ровно будет. Не войд в сложный. Но это независимо от кого от героев тогда? В лиге. Вообще не знаю. Может быть, реально... защита, защита. Может быть, реально Virtus Pro стоит брать героев каких-то попроще. Грубо говоря, связки Акса, из двух героев. Да? Из одного героя, да. Например. Веника. Взять году какую-нибудь Акашку, там, я не знаю, что-нибудь такое, пускай побегает. Но если взяли Лича, можно и забрать и Дума. Кстати, Бестмастер есть, он тоже неплох. Лича и Дума. Мне кажется, Дума уже... Лич Дум в харду, тот самый, и сауна. Нет, ну вот серьезно, Лич, у которого сакрифайс 60 секунд, это сильно его урезает? Да не то, чтобы ты приходишь, и у тебя 180 экспер разницы раз в минуту. Это все равно очень много. Ты просто мешаешь чужому герою чуть-чуть. Но я считаю, что Лича надо юзать так, чтобы он еще вносил какой-то импакт, кроме того, что есть крипов. То есть кому-то стакал эншентов или просто лес. Да. А если просто так он ест крипов и не знает, что ему делать, то лучше его не брать. То есть каким-то бристлбеком он шикарно будет смотреться. Даже хоть стоит хантером там, знаете, например. Герой, на самом деле, его скиллы относительно быстро становятся бесполезными. Это его большой минус. Сейчас получше немного сделали, что стакается слоу с первого и ульты. Ну, минимум слоу. В драке он может неплохо так всех... переморозить. Замедление, на самом деле, это... Это не стан. Да, это не такая стан, хорошая все штука еще. В доте. Имеется в виду, что вот раньше ты вот кидаешь там ногу, кидаешь ульту, и они расползаются. А теперь, если ты там по разу по каждому попал, они слишком медленно это делают, и... Больше. Вот. Ну вот, Найт Сталкер, кстати, подъехал. Это похоже на даблу. Но ему ничего не постакать. Ну и не надо, они сейчас идут, получают на двоих слишком много опыта с харды, при этом мешая противнику. И к ночи выходят во всеоружие. Мы сегодня смотрели, попали утром, зацепили край китайских отборов, и там Лич не ел рейнджовых крипов. Не, ну это с первой пачки. Они что-то знают. Может, ему мана нужна была. Так сейчас подняли, сейчас даже за рейнджового дают много. И причем с первой пачки, когда только появились крипы, ему особо мана не нужна, я думаю. Так, ты выходишь, что так. Ну хорошо, что мы разобрались с этим. Пак в Виге. Как всегда в первой стадии. Все тот же. Ну, как бы, если получается с ним играть, зачем останавливаться, собственно говоря. Я еще удивлен, почему нету дисраптора тоже в первой стадии. Я думаю, Дума или Вега, или дисраптор, или пак, грубо говоря. Не знаю, посмотрим. Ну, по-моему, Virtus Pro должны сейчас его банить. Хотя, не знаю, может быть, я просто чего-то не понимаю, но... Пока Draw Ranger продолжает избавляться, Virtus Pro, неужели какая-то там есть... Мне кажется, сейчас Virtus Pro в таком состоянии... Потому что не уверен, что сейчас у них есть шансы, в принципе, выйти из группы. Ты думаешь, к ним фантастика? А ты оптимистичен. Я думаю... Двери просто мешают играть? Да, скорее всего... Хвост сзади стоит, давай, пацаны, хвост шампанское пытается разбить об дверь Virtus Pro и пригласить в клуб, собственно говоря. Но реально, можно даже, мне кажется, особо логикой-то и не пытаться сообразить, почему, зачем и как... Возможно, там действительно все очень плохо. Вот мы здесь говорим, а они молчат. Друг с другом просто-напросто уже там ни слова. А как же друзья и смешошки? Ну, после игры. Откуда вообще пошло такое, то, что они друзья, то, что смешошки? Кто-то только что сказал, что Гот и его друзья. Кто? Иван. Не знаю. Иван. Иван. Иван, мы все помним. Во-первых, очень много пруфов с Хорватии. Я а там, доверял. Где пруфы, там... Где они рядом стоят и смеются на фотографии, да? Нет, они обнялись и делают командную фотографию и улыбаются. Хорошо. Нет, тогда еще они не были командой. Но уже обнимались. А, ну тогда точно но, друзья. Но зато они стали командой. Тогда-то точно друзья. Чао знает в бане. Вот так вот. Вот и все. Респект бана, подъехали.
Да, решили законтрить Вайда. Не будет Вайда, я думаю. Да, непосредственно баном героя, который комбинирует с ним, а не самого Вайда. Так, подожди, ну. Вот сейчас будет вообще хорошо смотреться для Virtus.pro. Ну, это уже рендж. Это уже ренджовик, хоть какой-то. У него будет бревно, и он будет бить с ренджа. Это уже неплохо. Об краешек. Да. А вот это дизраптор. Не знаю, я просто не знаю. Но это же читается вроде как довольно просто. Или, возможно, это какая-то эдакая болезнь Пупея, когда ты знаешь, что будет брать герой, но просто чтобы, так сказать... доказать им, что они им не всегда будут выигрывать. Да, то, что мы не боимся. Я не буду его банить, типа. Это mind games. Он ничего не сделал в той игре, там все сделал антимаг. Посмотреть, ну, что этот дисраптор сделал? Делает, просто позиции матч. Лучше выбирайте, и будет нормально все. Дисраптор-то ничего не сделал. Ну, это тоже ошибочное, мне кажется, мнение. Ну, если они доберут еще одного лишника на кэрри-роль. Мне кажется, они набирают просто все подряд. Ну, пока что... Но это снимать треки. Треки снимать, под хил. И все. Снимать треки. Опять же, там много именно маг урона, можно маг резист себе давать тиммейтам. Имеется в виду, чтобы они жили в драке. Да, но пока что как-то, честно говоря... Не по командному выглядит пик Virtus.pro, но, возможно, это именно то, что им нужно, чтобы люди сейчас немножко расслабились и поиграли, так сказать, от собственного исполнения, от собственного скилла. Иногда это помогает командам в таких крайних, плохих ситуациях, откровенно. Хурион неплох для Веги, смогут оказываться в большом количестве героев в любой части карты, Bounty Hunter плюс прилететь, плюс против сплитпуша у Virtus.pro не так уж и много, один Тини, которому надо разогнаться. Они совсем мягкие будут. Кто хорош против Тини на кире? Урса? Лайфстиллер? Нет, ничего. Он об стенку бьется. У него БКБ. По-моему, не... Ну, Лайфстиллер еще вроде неплох. Лайфстиллер нужен герой с БКБ какой-то, и с большим уроном. Или рейнджевик. Но на линии Лайфстиллер плюс Дизраптор, им будет тяжело против Лича с Найтсталкером. Тут всем тяжело будет против Лича сейчас. Кому сейчас легко вообще? Надо импровизировать. Можно в харду пойти повоевать с Тини. Вот. Это хорошая импровизация, конечно. Угу. Бросать Лича, например, во врагов. Такого рода дабла может спасти этот вечер для Virtus.pro. Да. Фактор Бруда. Да. И вот, допустим, Бруду, ну, здесь, Бруду кажется... в Азелине против Лича с Найтсталкером, например. Не, звучит здорово. Вот мне кажется, на этом моменте уже потихонечку ВП, наверное, опускаются руки, потому что они понимают, что забыли про Бруду. И то, что в данный момент этого героя особо никто не контрит. Несмотря на ваши... как это назвать-то, горячие дебаты по поводу того, что Тини неплохо греть и засыпает паучков. Вот, но... Делает это не очень часто. Не очень часто и не очень метко это все-таки получается как-то. Надо подкидывать их, потом засыпать. Ну, в принципе, можно забить на эту Бруду, поставив просто какого-нибудь Тини в мид. Сейчас еще Легион. Бруда туда вряд ли придет. Поставить триплу или даблы. Хотя уже все равно вряд ли... Ну, Бруда в изи вряд ли пойдет, я думаю. Не, на самом деле, вот идея, что Лич с Нейсталкером в харде, Тини Оракул миды, вот какой-то герой, именно антибрудовый. Вот, Тини Оракулу в миде вообще нечего против Пака будет делать. Ну, в смысле, они стоят, фармят вроде как. Пак убить их не может из-за Оракула. Прибегает Баунти Хантер, бьет там по Оракулу. Это же ВП, идеальная драка. Забыл. В переводе с какого? С латыни. С латыни. С латыни. Идеальная драка, хорошо. А как будет идеальная линия? Virtus.pro. Тоже? Virtus.plin, по-моему. Ну, в любом случае, они могут поставить такие линии и вроде бы даже будут на них фармить. Надо банить что-то от Бруды, что неприятное самое. Веги. Вряд ли какой-то Акс, да, какой-то Челтакс. Все правильно, все правильно. Заберут Лайфстиллер. Да, сразу красиво. Стиллер, это но... красиво. Прочитано. Действительно, Лайфстиллер неплох, он хорошо работает против Тони. Вот, и если Бруда идет в изи-линию, а Лайфстиллер с Дизраптором плюс БХ в харду, то там вообще будет веселье. Они могут поставить как хотят. Сначала Bounty Hunter, думаю, попробует спалить линии ВП, и потом уже они решат, куда ставить Бруду. Так, а зачем что-то выдумывать? Просто Бруда пойдет в оффлейн, и все будет хорошо. Ну, нет. Потому что если Ластинер идет... Пика могут взять героя и поставить его в изи-лейн против Бруды. Ребят, честно говоря, вы сейчас меня переплюнули по всем это самое, по параметрам. Ничего, привыкай. Хорошо. Не первый, не последний раз. Отличная атмосфера у нас в студии аналитики. Последний матч европейского дивизиона на сегодняшний день начинается прямо сейчас. Ну и мы передаем слово нашим комментаторам Лексу и Версуте.
Ну и последний раз на сегодняшний вечер мы с вами... Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Версут и Лекс. Сразу я даже возлетел, потому что меня уже плавит. Так, ну что, и правда, пикнули последним героем Тимбера. Очень хороший персонаж против Бруды. Получится ли избежать этого лайнинга? Потому что мы не один раз видели, как команды перестраивают линии. И каким образом будут выкручиваться сейчас коллективы, мы посмотрим. Потому что если Бруда найдет... Точнее, Тимбер найдет Бруду, то это будет пляска под дудку коллектива, получается, Virtus.pro. Если же не найдет, то тогда, тогда получается, Вега заставляет плясать под свою дудку оппонента. Что, в общем-то, тоже неприятно, как для одного, так и для другого коллектива. В Апене купили курьера. Как вот мы сегодня видели один как раз, бы. Да? Вот он курьер покупается таки, да. Мы уже видели сегодня один раз, как курьер не покупается. Ну, потом там Вич-Доктор что-то, по-моему, продавал, что-то покупал. Какая-то первая, по-моему, карта была. Для да? меня это удивительно, на закрытых квалификациях. Плавят уже, ну, не, ну, такое бывает, учитывая, что тут уже сколько там. Они же тоже подряд все карты катают. Мы с тобой комментируем, я там слово сказать правильно не могу, фразу сказать правильно не могу, да? У меня мысли есть, а язык уже заплетается. А прикинь игроку, как тяжело. Еще тяжелее, по сути, да. Ну что ж, поехали смотреть. Последняя карта в регионе Европа. Virtus.pro против команды Vega Squadron. Пройдемся по игрокам. Команда Virtus.pro FNG на Найтсталкере, Йоко, Тиберсоу, Год на Тине, Алоха Дэнс на Оракле и Ноуфьюр на Личе. Ну и Сёма The Slayer снова на своем Дисрапторе. Соло отыграет Bounty Hunter на OnePack FN на Лайфстиллере и Мак Брутмазер. Так, соло, попытка своровать руну. Ой-ой-ой, опа! Нет, не получилось. Хотя шанс был очень неплохой. Ну да, безусловно, шанс был, но не смог. Так, значит, Солыч у нас будет снизу вместе с Брутой поначалу. О, слушай, Алоха, он сейчас очень сильно понапрягает здесь. Найтсталкер отправляется в топ. Тимбер будет под протекцией Оракла, получается, в мите. У нас дабла Лич Тини, кстати, хорошая дабла очень даже. Паку не позавидуешь. Ну да, сейчас его продамажит хорошенько, Нуна. Ну, он же купил себе фласку, сейчас она будет ехать. Две фласки сразу, ну, чтоб наверняка. Ну, топ-линия, FNG начинает гонять. Снова Сёма, просто дежавю, правда, без нул талисмана, но на дизрапторе. И FNG гоняет активненько. Да, в этой карте у нас будет довольно интересное противостояние, потому что вот эта брутка сейчас стоит против Тимбера. А, с одной стороны, нет какого-то явно выраженного керри на изи-лайне, но зато этот керри есть вроде как в миде. Я думаю, что Тайни будет играть через Dagger, но в любом случае в перспективе выйдет уже в какие-то там аганимы Кираса БКБ и будет вполне хорошим ДПСером. С другой стороны, у Веги есть Bounty Hunter. Как его будут реализовывать, тоже не совсем понятно, потому что эта Бруда, она в основном будет просто напрягать линию и пушить. Так, поймали ФНГ. Ну вот уже и первая реализация Bounty Hunter. Явно без него бы здесь не справились, а вот через два замедления... Уже есть ФБ, который достается ФНу. Так вот, трек-киллы делать будет не так просто. Есть хорошая комбинация пак плюс лайфстиллер, да, инфестбомба. Но в любом случае, для того, чтобы делать много трек-киллов, нужно, я думаю, чтобы хардлейнер был активным именно на, ну, в замесах, а не просто стоял там где-то в харде и сплитал. Может быть, сами будут к Бруде приходить, как вариант. Мы будем смотреть. На первый, так скажем, взгляд, такой уже не совсем свежий взгляд, у Веги такая себе синергия у этих четырех персонажей. Прогоняет. С Bounty Hunter, как минимум. Прогоняет просто Bounty Hunter с мида, потому что, кстати, сентри вард, и у Bounty Hunter сентри своих нет. Попросту ему сюда прийти как-то загангать будет сложно. Ну и внизу мага тоже активно гоняет. Стоит он под центре вардом, сложно ему быть в инвизе. Так что пока по линии все, ВП на центре и на ботами неплохо. Но опять же, вот она игра теперь на года есть. Но Фир стоит здесь 3 минуты и помогает году активно фармить. Что, безусловно, верное решение. Двух зайцев одним выстрелом. Может быть, стоило все-таки лайфстиллера вместе с дисраптором отправить в харду. Но опять же, там лайфстиллер нормально проседает от Тимбера. Что он странжевик. Будет пробивать его. И это в перспективе тоже очень сильно будет решать, потому что лайфстиллер не особо много имеет дизейблов, да, если только башер себе какой-то возьмет.
Тимбера, если ловить нечем, то он там будет прыгать туда-сюда и вносить ему дамага. Давненько мы вообще, в принципе, не видели Тимбера. Самые такие запоминающиеся Тимберы были в исполнении Айса. Вот у нас, я уже даже не припомню, кто там жестко на Тимбере отыгрывал. Ну, там Фаник вроде отыгрывал. Сумаил, по-моему, катал. Да, Сумаил. Тот же Паша играл, еще когда был в команде Эскадрон. Можем припомнить. Даже сейчас, вот две кнопки нажал, Бруде пол хп сбрило. О, все. Бруда понимает, что жизнь уже не сказка. Что будет сложновато, когда будут артефакты. Когда он там с Бладстоуном будет с бесконечной маной практически туда-сюда прыгать. Еще и, может быть, аганим какой-то в перспективе. Да, все-таки чисто дэмэдж Тимберчейн, это очень больно. Всегда будет, даже ближе к лейт-гейму. Ну, пока все очень, опять же, спокойненько. На центре 4 героя. Внизу пытается гонять мага, но убить его не получается. Ну и на топе просто прогнали ФНГ фармить оффлейн спаун на полном прифарме FN. Левел 5, фейсбутс, виндлейс, щиток и топорик. Да, вот я сейчас смотрю на картину происходящего и целиком и полностью отдаю свое предпочтение пику Virtus.pro, конечно. Как ни крути, но тут прям... Все у них по кайфу. Но с другой стороны, лайфстиллер на полном фрифарме. И потом в перспективе инфест бомбы это сильная штука. Тот же, допустим, Йоку, если на него прыгнуть, дать ему Dreamcoil Silence, то он может даже не успеть ничего нажать. Мне кажется, тут придется даже... На центре проблемы есть у Нуна, и Нун пытается убежать, но ФНГ до конца, тут руна инвиза неожиданно вырисовывается, арба. Да ладно, Нуан, что ты вытворяешь, демонюга? Он еще отхиливается немного. Жить будет. Там Соло Сиома наваливает в спину. ФНГ убегает. Убивает Лича. ФНГ будет жить. Нет, арба не попадает. Но все равно будет прыгать дальше. Соло будет жить. Соло еще и подхилится. Сема не достает. Ой. No one. Мало того, что проперся на инвиз, так он еще не растерялся. Сделал фраг. Но вот сейчас, конечно, погибает. Причем, ну, мягко говоря, на ровном месте погибает. ФНГ уйдет ли, потому что Соло сейчас готов убивать. Есть тут ФН, подходит к сталкеру, дает опенмаутс и пару ударов. И такой поскакал. Я обратно. Выглядит это, конечно, забавно. Припрыжку такой. Бруда заходит за тауэр, пытается как-то фармить крипов, не встречаясь с Тимбером. Не очень хочется. Есть на то свои причины. Ну а Йоку очень гостеприимный. Хочет встретиться с Брудой, но Бруда, опять же, избегает этой встречи. Слишком стеснительная Брудка. Пятый левел Тини, Ноуан тоже пятый. Вот если бы, конечно, от этого фрага не было на Ноуане, то можно было бы сказать, что прям супер идеальная игра от мидера команды Веги. А так, тут конечно, чуть-чуть сплоховал. И, весь вот этот вот, вся прелесть, которая была сделана, она свелась на нет, потому что, по сути, он... Получил столько же, сколько отдал. ФН в итоге сразу тэп-аут. Очень четко, да. Понял, что дали войд, и можно отсюда улетать. Чайника еще нет, и можно уходить. Да, лайфстиллера, естественно, взять просто так убить. Не самая легкая задача. Соло бегает в миде с аркан-бутсами. 1-1-2, статистика очень хорошая. Ну, левел только надо будет где-то 6 приподнять. Пока с этим небольшие проблемки. Лайфстиллер выходит в армлет. Щемит Йоку нижнюю линию. У мага есть 6 левел, 32 крипа. Здесь уже 53 крипа, и мы понимаем, что там половина это пауканы. Вот. Ой-ой-ой. Ну вот, понимаешь, как бы это там где-то 120 голды сейчас было только что. Это мидас прожатый примерно. Как... Маг себе, кстати, везет рецепт на ханда мидас. Тоже будет мидасик. Тоже просто так, там лич погибает очень быстро на центре, и, возможно, это не конец, потому что готов год. Но нет, отпускает ФН. А вот ФН говорит, может быть, еще пойдем поубиваем. У меня есть рейд через 5 секунд. Там имеется у пака Dreamcoil, но он полетит ли дальше? Нет, арбу отпускает, и, видимо, это все ждут под этим вардом кого-то. Если сейчас увидят Алоха Дэнс, который будет перемещаться вниз, то запросто зацепят. Тимберу прилетает Soul Ring. Теперь ему вообще ману можно не жалеть. Вот оно. Ну, там такое. Паучки тоже довольно быстрые. Их не так просто убить. Но в любом случае, как мы видим, арканы прожал, и опять фулл мана. Плюс там еще Soul Ring, который не нажимался от Йоку. И эта линия для Йоку просто как бы халява, кормежка. То есть нужно этих пауков тупо отправлять в лес и фармить дополнительно.
Вот, Йоку. Типа его гангают, еще пока непонятно, кто кого гангает. 2 секунды до Тимберчейна, упрыгивает. Правда, довольно странно упрыгивает, не так далеко, как мог бы. Может быть, даже разводит у него, потому что армура там уже 12 штук натикала. И плевать он хотел на все происходящее. И понимает сейчас Вега, что вот этот Тимбер может стать очень серьезной проблемой. И нужно его гангать как-то поконкретней, например, с паком. Ну или с дизраптором, да? То есть Static Storm имеется. Если дать Static Storm и Glimpse, то можно убить. Например, сейчас идет Сёма, и они готовы убивать. Да, тут маны уже не осталось. Пытается, конечно же, Йоку выживать, зажимает его со всех сторон и разрывает. Ну а где помощь? Вот полчаса, просто полчаса убивали этого Тимбера. Лич без телепорта. Лич не мог прилететь, сталкер телепорт был, но не полетел. Тини без телепорта... Тини телепорт сделал, его глимсанули назад попросту, в этом причина. Понял, бывает. Поэтому был один телепорт, но проку от него мало. Ну, нам можно подцепить, но арбу дает и, ну, улетает. Еще, опять же, руна инвиза снова не появляется, везет ему на инвизибилити. 1-6, но Вега начинает с доминации, убивать всех на карте. И FN снова, несмотря на то, что он мейн-кэрри, не играет пассивно. Хоть антимаг, хоть ласлидер, перемещается по карте и помогает своим тиммейтам. Это немаловажный фактор. Вот уже армлет, фейсбутс, боевой, Найкс. Да, вот интересный закуп. Он себе купил колечко, колечко. Неужели это будет худ? Вот Тимбера. Кстати, вариант вполне может... быть неплохим, ну, но она проблемка небольшая. Спасибо. Там 14 стиков прожал, почти отмикрил, чуть-чуть не хватило. Ну, левел еще слишком низкий у пака, чтобы подобные мувы совершать. Чуть позже можно будет так вот микрить, сейчас сложновато. Маг есть досты, мага просветили. Просветили, но... пауков вот... бы подфармить сейчас, но они очень быстрые. Я даже прокликать их не могу, да. Ты их реально даже не прокликаешь, они настолько шустро бегают, 522 МС-а. Ну, блин, это при том, что досты их просветили, и типа в теории досты должны их замедлять. Да. Как, какой замедлять? Топ, FN, есть у него руна хосты, Open Wounds, Алоха начинает очень сильно пробивать, Алоха себе споржил Open Wounds, но вот... Да, FN вынужден уйти, все-таки по тир-2 башни очень опасно было идти дальше. Алоха живет, отличная работа именно от него. Ну, Брутка в любом случае свою грязную работу будет выполнять. Я еще раз повторяюсь, единственный вопрос только вот к пику Баунти Хантера. Его сходу взяли. Как по мне, на первой стадии брать Баунти Хантера не самая лучшая идея, потому что ты палишь как бы своего героя. Так, проблемки у Йоко. Йоко. Йоко начинает принимать очень серьезно. Честно говоря, непонятно, что он делает вообще. То есть зачем? Для чего? Он почему? Думает, что он будет жить, что он жирный и все такое. Но, блин, когда на тебя такая толпа нападает, то да, сложновато выживать. Сёма возвращает обратно Лича, но там нечем его убивать. Так вот, продолжим мысль по поводу Баунти Хантера. Баунти Хантеру, вот как они будут находить, как они будут убивать, вот это под вопросом. Вообще, конечно, сейчас убили Тимбера. Если будут продолжать вот так вот делать, то в целом, наверное, есть варианты. Но мне кажется, это скорее упущение виртусов, потому что, опять же, умирает Йоку, нет никакой подмоги. Но Уфир там чуть не отъехал. Стики. Нормально. Если бы не стики, но тут, правда, на центре нашли Алоху. Мидл, сейвит себя Алоха. Вот он и трек-килл подъехал, судя по всему. А вот только-только я спросил по поводу, как они будут делать трек-киллы, так вот они и делают эти трек-киллы. Правда, соло сейчас могут тоже убить. Да, есть фраг. Пытается улететь Сёма с телепорта. И ты ж посмотри на этого демона. 2-0-4, по-прежнему он не умирает. Идеальная игра. От суппорта команды Vega Squadron. Просто красавец. Вот он маг, которого, казалось бы, догнобили, было ему сложно. Топ-1 по нетворсу, медасик, ботинок 2200 золота. Такая вот бруда от мага. А Тимбер выходит на 4-й позиции. Это мейн-кэрри команды Virtus.pro. Это очень печально, что у Тимбера все так плохо. Но будет у него худ, есть Аркана Сорик, но этого маловато. Мы видим, что при там каком-то глимсе Static Storm он погибает. Как бы да, блин, любой герой при подобных раскастах, он погибает. На него там еще чайник, если что, потратили в прошлый раз. Просто тиммейт это вообще не помогает. Его до этого убили, да, загнали под Т1, потом он под Т1 бегал туда-сюда, туда-сюда, и ему никто не помог. То есть как бы я не знаю, почему его полностью игнорируют вот, в миде опять. На центре, тэп-аут, да, есть тэп-аут. Увидели у Сёмы, говорит, работает, надо делать. А тем временем Алоха начинает мансы. Мансы, мансы, мансы. И уйдет ли от паучихи? Полетел чайник. Очень неприятно теперь уже магу. Маг погибает. Ну вот, стоило прийти помочь, как бы. И, как мы видим, Virtus.pro тоже могут делать ответные фраги.
При том, что пик у Virtus.pro достаточно агрессивный. Сайленс висит на FN. Но FN не собирается убегать, хочет подраться. Залетает в него куча всего. Рейдж прожимается. Фэлс Промс будет сейвить ФНГ. А вот соло, походу, конечная остановка. Минус соло. Да, и FN там еле-еле обудит армлет. Надо отсюда убегать поскорее. ФНГ подкинется хилдом. Да, уходит FN. И уходит команда Вега отсюда. Не в полном составе, все-таки погиб и маг. И Баунти Хантер, там денег за них дали суммарно, думаю, около 1000. Ну, в этот раз пик команды Virtus.pro гораздо симпатичнее смотрится. То есть, вот, прям гораздо симпатичнее, нежели то, что есть у Веги. Да, реализация лучше ведь. У Веги даже перспективы не самые лучшие. Если лейт рассматривать, то Тимбер в таком средненьком лейте на 30-й, точнее, минуте примерно. И тот же Тини на 30-й минуте выглядит очень-очень устрашающе, тем более под армором Лича. Плюс есть еще какой-то оракл. Что есть у Веги? Есть чайник, дистраптор со своим статик-штормом, который, ну, не всегда будет хорошо расхлестовываться. Есть пакс и лайфстиллер. Бруда она будет вечно сплитпушить. Кстати, бруда с армлетом. Ну. Интересно очень. Но зато маг теперь такой очень плотненький, с включенным армлетом, много армора, много хп, но... Неожиданно, кстати, мага сейчас могут найти, да, есть смоук, дасты, мага замедлили, попытаюсь прям замедлить, и мага... Хрена тому за секунду пол хп снесли, он будет драться, пошел на мужика под армлетосиком, грызет, отхиливается, причем отхиливается гораздо больше, чем... Неплохо ведь, слушай! И тут Virtus.pro явно не рассчитали свои силы, а тем временем на топе попыточка взять Фэна, но он подубает рейдж. Телепорта у него нет, он просто педаль газа в пол и бежать. И здесь Алоха погибает внизу, маг. Но вот он маг, он действительно какой-то маг. Думали, что его убьют легко. Тут армлет, ультимейт, и давай драться без проблем. Бруда очень сильная, если ты ее не можешь дизейблить, и она тебя бьет под ультимативный, то там слишком жесткий отжор идет, ну как бы 80%, при том, что ты еще 90 урона сверху получаешь. У Virtus.pro не хватит дэмэджа убить Бруду, которая будет постоянно бить. Внизу вышка под атакой, сейчас будет от мага, пауки пошли. На центре, Avalanche от года только по крипам. Год, барабаны ПТ, на каком-то блике по коре идти не может, хотя, я думаю, следующий артефакт вполне может быть и блинкдагер. Почему бы и нет. 5-11 по экономике, около 7 за командой Вега, около 4 по опыту за командой Вега. Немало, но опять же маг. После армлета уже есть Ogre Club, очень много маг фармит. Интересно, что там Йоко собрался себе покупать. Что он себе купил посох? Юл может какой-то дабы сайленса за себя сбивать. И не стать штормами, не стоять. Да. Я думаю, что Юл оптимально. Но очень много артефактов, именно на пассейв. И Юл, и Худ. Всего-всего слоты-то занимаются потихоньку, понемногу. Так, маг, надо быть поаккуратнее. Все-таки там стоит сентриварды, он должен это понимать. Не подставляться. Идет сюда и ФН вместе с соло. Года пытается загрызть. Год тэп-аут. Не получится сделать тэп-аут. Ставится Dream Coil. Но очень больно команде Вега. По итоге Баунти Хантера убили. Летает там чайник. ФН живой. Убили также и здесь и Оракла. ФН таки погибает. Не смог забудить свой армлет. Залетел сюда пак. Получается сделать килл. Маг. Сваливает. Ну, магу лучше не связываться с Тимбером. Не надо уходить. Самая лучшая идея. Хотя под сайленсом очень даже неплохо получается. Правда, Глинцом его слегка подсейвили. Но он включил... Худ в итоге за счет этого выжил. Успеет ли убежать? Тэп-аут есть! Йок, успеет ли улететь? Здесь вот чего вопрос нет. Было близко. Было близко. Да, такой-то живучий Тимбер под Худом, под своей пассивочкой, но не хватило. Соло не везет. Соло надо держать себя прям в какой-то супер сейф позиции и хотя бы перед смертью треки развешать. Потому что каждый раз он находится в гуще происходящего, успевает повесить один трек, а то и вообще ни одного. И тупо погибает. А фрагов-то было сделано немало. Он мог бы заработать очень много денег на халявку своими треками и уже иметь миказ. Да, Сёма по-прежнему идеальный КД. 2.09, на подходе уже Вейл. Будет он очень крут под Пака. Мы понимаем, что Паку не надо тратить деньги на этот Вейл. Пак себе может купить спокойно какой-то Юл, что он и делает. Вполне успешно. 7.15, 3 нетворса. Это игроки команды Вега Сквадрон. Тини только на 5-й позиции. Опять же, год 2-2-3 не лучшая игра пока что от него. Можем это отметить. Я думаю, никто не будет против. Эффективно сложно этому Тини как-то врываться, убивать не получается.
Ну, Виртусам, в принципе, довольно тяжело приходится, потому что у Виги немножечко противный пик. Это Брутка, этот Баунти Хантер везде напрягающий. Так что пик довольно мерзотный. Появляется Юлу у Пака, Даггер появляется у Тайни. Так, конфес бомба есть Нун плюс ФН, готова врываться, врывается на мидл, вылазит ФН моментально, просто Алоха погибает, просто в секунды, буквально от взрыва и удара. Бедная Алоха. Тоненький саппорт, Тарканы, Виндлейс и больше ничего нет. И заход на центр. ВП, разумеется, эту башню дефить не собирается. Хотя, слушай, активируется ночь, ФНГ, год, но эфир есть, блин, Кутини, будут как-то ворваться. Уже когда будут на отходе, Вега. Так, барабанчики, прыжок, вот, все, мы подцепили. Знают, знают, кого надо убивать. Все правильно сделали, в итоге полетел чайник, тут сразу же активируются юлы. Выходит шифт, арба, все очень жестко прокастовал, конечно, но... Продолжения-то никакого нет, естественно. Бруда снизу начинает сразу же грызть Т2 Тауэр. Ну и незамедлительная реакция. Минус пачка пауков. Приятная голдишка тикает. Да, и ВП за эти два фрага получили 2000 золота, 2500 опыта. А что там по экономике? Ну блин, по экономике серьезное преимущество за Вегой. Прям очень серьезное. Ну это килл-трейки плюс ко всему. Да и в принципе Вега ведут в два раза больше, да, по и счету. И вот у Веги проблема тоже небольшая есть со сносом товаров. Только одна Бруда может ломать, а вот остальные ребята товара ломают медленно. И Рошана тоже убивает не особо быстро. Соответственно, у Веги игру иметь дикое преимущество, игру закончить за счет этого не получится быстро. Так, там год, врыв на Сёму, прокаст, но вот Сёма бедный, погибает, надо какую-то покупать либо мантию, либо что-то еще, иначе, ну, прокаст пока году становится смертельный для саппорта по типу Дизраптора и Баунти Хантера. Слишком мало хп. У мага уже есть блокинбар, сейчас он прилетит, будет маг именно такой же боевой. Где-то в курьере должен валяться, да-да-да, вот он летит. Интересно, но Пак покупает себе эту книгу. Вот подобные покупки книг, они очень глупые. Но с другой стороны, я так понимаю, Ноуану нужен Shift Макшин. Нет, тут не глупый. Ну там у саппортов уже есть левел 6, поэтому, в принципе, там какой-то Bounty Hunter второй трек, но не так он прям сильно дает буст. Не-не, здесь он реально нужен. Здесь не просто так берет Пак, потому что, типа, больше никому не нужен. То есть книгу покупать по логике, потому что никому он больше сейчас не нужен, это тупо. Объясню чуть-чуть попозже, почему. Так, подцепили года. Шурикен хорошо раскидывается. Сняли трек. Снова Сёма. Посмотри, что же он творит. Просто ставится Static Storm идеально по двоим. Пошел чайник. Соло его получает. Ну, да, таки хватило дэмэджа. По итогу БК размен 1-1. Алоха пытается сделать тэп-аут. Алоха выживет ли, вопрос? Потому что очень сильно его надамажили. Да, Алоха живет. А вот год, не факт, что живет. Год тосает подальше к Сёме в гости. ФНГ также летает буквально там на 100 хп. Йоку пытается жить. Йоку под пайпом. Но вот Йоку не факт, что выживет. Йоку на 50 хп, 14 хп. Отрегенивается Спайдерлинкс, не прощает. Но ВП еще повезло, что это только минус 2, а не минус 4. Потому что там два героя ушли настолько побитые, что ужас. И Тини, и Оракл. Да, кстати, Тини покупает сабельку. Угу. Ну, пока, блин, став, но сабелька будет, да, совсем скоро. И заход на Рошана. И ВП туда не смогут пойти, даже если захотят. Попросту не сумеют. Тимбер в таверне. И маг, даже без ультимейта, с да, команды. По поводу книги не договорил. То есть вот эту книгу нужно всегда оставлять на случай, если именно вот тебе нужно апнуть левел определенный для там чего-то. Допустим, там, с 15 по 16, с 10 по 11 там, или еще что-то. То есть вот в таких случаях эту книгу надо брать. Потому что эта книга, она никуда не денется. Она типа откатила, да, там потом еще одна, вторая, третья. То есть она накапливается, она не пропадает. Поэтому не обязательно по кулдауну эту книгу закупать. Вот. Но Паку она была реально нужна. Он себе взял shift на левел выше. За счет этого он смог из вот этой неприятной ситуации догернуться. А если бы он эту книгу не купил, shift бы был на левел ниже, и он бы просто умер. Вот, поэтому здесь все четко было сделано. Просто иногда бывает так, что люди руководствуются логикой из разряда, ну, раз уж она сейчас никому не нужна, то давайте-ка я ее куплю.
Падают башни. Тир 2 у ОП, тир 1 у Веги. Появляется Аганим у ФНГ. Кстати, это очень важно. Может повлиять на исход файта. Потому что вижен у Веги бутерей очень мало. Но Вега неужели хотят уже заходить на рампу прямо сейчас? 24-я минута игры пошла. Синий появляется сабля. Ну, видимо, есть такое желание. Армия пауков. Соло так вот заходит прям настолько далеко, но треки никому почему-то не дает. ФН. Не знаю, да. Уходит Вега. Понимает, что как-то, наверное, немножко рановато так вот заходить. Довольно нагло, и ВП мог запросто принимать. Да, по экономике там опять же беда. 10 тысяч плюс по золоту, 7500 по опыту. Очень много проигрывает ВП. Надо хороший удачный файт для них. Площадка для этого есть. И Тимбер готов, и Сталкер с Аганимом. Да и Тини уже сабля Блиндаггер запакованный, чтобы убивать. Но ВП супер сильно торопиться не нужно. Они могут драться, но у них за ними лейт, я считаю. Причем довольно серьезно. Серьезный за лейт, за ними лейт. Потому что у них и не только физдэмэдж, у них комбинированный будет урон. Плюс дикая разведка. А с разведкой ты в разы сильней. Дезолятор появляет своего фэна. Смысл очень сильно дамажит. Не только по героям, но и главное, что по башням. Можно будет быстрее намного пушить. Один удар дал, дальше уже и пауки там будут грызть больно. И вся остальная бригада команды Вега. ФНГ. Да, вот, несмотря на то, что есть Аганим, противника найти все равно не удалось. Вот сейчас есть разведка хорошая. Знаю, где противник. Соло тут под инвизом. Ой, курьерчик есть. Такая вот халявка, казалось бы. Но еще одну тычку нужно сделать. Нет, он еще эту тычку не сделал. Зато здесь параллельно просто Лича порешали. Продолжается у нас нападение. Год в гуще событий. Сёма раскастовывается. И вот как-то... Ну, статик шторта все равно шикарно, надо делать тип-аут, ФНГ пытается улететь, ФНГ улетает, а вот Год не знаю, сможет ли делать блинкаут. Все-таки ультимейт Оракла есть, остается у Года 600 хп, Йоку пытается уйти, ну, до конца, арба через секунду, неплохой стан от Года есть, но Нун прощать не хочет. Же и выжили же, а? Опять же, чудеса, то, что это минус один, это чудо. Кстати, Бурда-то снизу не дремлет, она почти базу поломала. У нее еще БКБ, если что, можно будет нажать на разворот и повоевать, если будет тиммейты рядом. Но тиммейтов нет, БКБ надо будет нажать, БКБ, ай, 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 ай. Пожалел, он пожалел. Мог просто убить Тини, в принципе, в теории. Может быть, его потом, конечно, тоснули куда-то. Ну ладно, неважно. Ну, за Бруду дали так-то 1600 золота. Что немало. Но в целом, все равно ситуация для ВП неприятная. 2000 после сабли имеется у Тини, ну и Вега ненадолго отходит. Ну, Виртусам, если они хотят победить в этой карте, надо играть чуть попассивнее и больше фармить Тинику. Там, потому что еще как бы есть Тимбер, пусть он там тупо стоит снизу, дефит эту Бруду, а Тини фармит, тиммейты подстраховывают, если вдруг условно нападают на Тини, то Оракл сейвит, ну плюс пусть сам умирает, но самое главное, чтобы засейвил Тайни. И все. Но, как мы видим, Virtus.pro хотят воевать, жаждет крови. Рейдж был потрачен. Соло погибает. Дримкоил стоит довольно неплохой. У Года проблемы серьезные. Но ФНу тоже немного больновато. Но опять подрубается Рейдж. Теперь ФНу плевать на все происходящее. Он идет, грызет Ноуфира. Две тычки сделать последний не смог. Драпает отсюда. Тут у нас Ноуан еще небольшой кипиш развел. ФН. И вот он прокаст, но это... Аегис. Да, да, теперь еще и под БКБ пошла грызть. Но не самая лучшая цель на сталкер, слишком быстро бегает. А вот Алоху можно порвать. Но Ван немножечко подсобил. Теперь еще и за Ноуфиром. Йоку на развороте, еще храм на мага висит. Но Йоку цеплять бесполезно, он очень жирный. И бесполезно его бить, врыв от Года. Пошел Эвеленштос, Сёму растерся за земли просто в секунду. Ну, он пытается отсюда просто уйти. ФН встревает серьезно, ФН минус. Ну, ВП-то неплохо дефит. Еще погоня идет дальше, но это все-таки пак, его сложно поймать. Надо делать свой шифт, блинкаут и все, и уходить. Ну, немного отклонились от своей стандартной стратегии, где Бруда спид пушат. Так, еще и Ноуан. А там есть Юл в ответ. Можно дать Юл в ответ. Солос, что поможет. Юл. Да, и блинкаут. Сложновато. Но тут надо было Йоку отойти, чтобы Тос тыркал Тайни на месте. И, может быть, получилось бы, но не факт, что получилось бы. А, так вот, по поводу стратегии, да, Бруда должна сплитпушить. Бруде не стоит вместе с командой. Ну, как минимум, мы сейчас это видим уже. Нет никакого смысла Бруде бегать со своей командой и воевать. Нужно сплитпушить.
Ну, у него артефакты такие, понимаешь, на файт получается. Армлет и ПКБ все-таки рассчитаны на то, чтобы идти и помогать своей команде. Ну, просто если Вега дерутся вместе с Брудой и проигрывают файты, то они, по сути, проигрывают игру. А так, если они проигрывают файты, а Бруда в это время что-то ломает, то стратегически они вроде как себя реализуют. Ну, он встрять сейчас может запросто. Ну, надо отсюда уходить. Есема, статик шторм ставится. Ну, этот раз не самым лучшим образом. Дримкойл есть, но все, Вега свои способности потеряли. Надо уходить им отсюда. Что они делают? А ВП идут дальше. ВП. Прыжок от года. Паучку подфармили в секунду. Лайфстиллер, если что, там нет. У него кулдаун телепорта, он тупо пушит вниз. Поэтому очень нагло действует Virtus.pro. Бруда там, конечно, вгрызается, но плевать хотел на все происходящее Йоху. А вот теперь, под без БКБ, точнее, у Мага серьезные проблемы. Разорвали его на части. И можно продолжать. Только-только сейчас FN прибегает и понимает, что идти уже не надо, возвращается назад, просто разворачивается, говорит, я понял. И вот Авидно. Напомню, что Vision у команды ВП очень много. Да, и все. Опять же, снова файт за команду Virtus.pro. 2000 золота для них, 3299 опыта. Че, Муншарт или херня? Аганим, Аганим, точно, Аганим же еще нет. Про Аганим я уже и подзабыл немного. Да, и Аганим, да и Кираса не помешает, честно говоря, потому что 7 армора, даже с личом. Его маловато. Но вот Лич даже сейчас полезен. Своим чайником очень много дэмэджа вносит. Хоть говорили наши аналитики, что его способности теряют свою актуальность, но тот же Ice Armor, тот же ультимейт до сих пор очень ну, нужны. Безусловно, с течением времени Лич становится все более и более юзлесом. Ничего не скажешь. Но есть герои, которые становятся очень сильными. Это Тайни, это Тимбер, просто монстры. И все это дело под виженом Найтсталкера, под его разведкой. Поэтому, как бы, еще есть Оракл, который тоже становится только жестче со своей ультой, да, с течением времени. Единственный, кто свою актуальность теряет, это как бы Лич, но он вешает армор, там, чайник какой-то кинул, от него много и не требуется. Падает башня. Бега сюда дать не пойдут, все-таки там и ночь, это ФНГ еще активирует придачу. Дарашана, 1.5 минуты. Мог запросто ВП его дождаться, зайти. Не, ну вот это вот вообще какова вероятность того, что Тауэр завосхитит крипы, при том, что... ну ладно, не будем об этом. Крипы самые жесткие в доте. Это уже давно-давно доказано. ФНГ находят соло, соло в секунды. Убивают. Надо отсюда, слушай, неужели хотят прыгать Вега? Ну это будет очень серьезный фейл, но они реально нападают. Лич пока что живет, а Лоха себя вынужден сейвить. Нафиг надо сейвить тиммейтов. У Года, в принципе, и так все нормально. Прожимается БКБ от Мага, пытается грызть Года. Понял, что ловить здесь нечего. Решили отойти. Может быть, поздновато решили отойти. Ноуан прячется в шиф под самый конец. Ну как же больно грызет ФН. Все-таки получается сделать фраг. Тут еще Сема со своей ультимативной. Йоку находит место. Нет, не находит он вариант. Зато он просто убивает. И пошел дальше. У него есть еще Тимберчейн. И вот эта погоня может закончиться... Не-не-не. Все слишком очень жирные, много дэмэджа, да, тут суицид только сделать. Если бы был хотя бы Еул, чтобы Сайленд задоджить и еще с ними пофаниться, но нет. Там... Я не ожидал, что ФН будет настолько сильно бить. Я прям думал, что у него не так много дэмэджа, но под изолятором, под Санжьяши, под армлетом ФН такие там печки еще, наваливает. Как вариант, с Тайни армор спал, который вешал Лич. Его, может быть, дает... Хотя нет, там, наверное, не так уж и много армора. Лич вешает, он же второго левела. Вот я не понимаю, зачем Лич максит первую, когда можно промаксить вторую. Армор, да, армор очень нужен. Особенно для Тини, который без кераса там лишние вообще... пару атрибутов. Лучше, не знаю, там, этот скрифейс брать на 2. Там, не знаю, этот фростбласт брать на 2, на 3. А вот армор именно вот максить. Это очень сильная штука. Он, конечно, тоже только на 2 единицы увеличивает. Но эти 2 единицы решают, когда у тебя армор там, ну... Первые там раз, там 1, 2, 3, 4, 5 армора с первых по 10, грубо говоря, единицу армора, они очень много в процентном соотношении добавляют. Это потом уже там с 10 по 20 армора уже не так сильно решает. Там с 20 по 30 и так далее. Так, на Рошане что-то вкусное намечается. Пришли Virtus.pro, видят мага, маг успел уйти. Ну, буду сейчас как-то физбомбу использовать. И силой сира с ультимейт, да. Используется смоук, ну, вместе с лайфстиллером. Очень интересно. Маг заходит. Прыжок есть от Нуна. Пошла арба, вот он, врыв. Ну
Да, и проблемы у года, но в этот раз сейвят именно его. Полетел чайник, казалось бы, хороший, но оба под БКБ. Но вот БКБ заканчивается, и маг должен погибнуть. Чайник Армлет очень круто попрыгал. Армлет. Игра армлетом тоже замечательная. Бедный маг не знает, куда себя деть, но тем временем просто даблкил уже от Ноуана. Трое игроков Веги в таверне, четвертый на подходе. Или все-таки убежит, или от Ноуана вообще нельзя убежать. Там Сёма есть, Глимс у него в кулдауне, и Йоко должен отсюда просто улетать. Кроме деревьев. Ну, Рошан падает, так или иначе, это минус 3. Хоть там Йоко и ФНГ выжил, но какая разница, если файта проигран, все равно. Глимсует Йоко назад, ставится кинетикфилд, Йоко. А поддержка-то уже команда очень близка. Вот он Нун, вот он и Соло, Йоко. Арба мимо. 500 хп уходит на тимберчение, 300 хп остается у Йоко. Неплохой реген плюс 20. Ну и пытается жить тэп-аут, и должны его сбивать. Соло успеет ли? А нет, нечем сбивать. Нечем сбивать. Причем даже Глимс там, походу, откатывал. Да, он только что его давал как раз, чтобы вернуть, поэтому его и не было. Ну а Егис у команды Вега, Рошан также за ними. И снова год в таверне, 7-4-11. Фармится, разумеется, свой блокинг-бар. Без ПКБ тут уже очень сложно, против пака, против того же самого Дизраптора. А, ну тут уже лайфстиллер крайне опасен. Еще есть Нолниром. Это вообще бешеный ДПС идет от этого товарища. FN сейчас крайне опасен. Инфест-бомба. Учитывая, что у Нуана агоним. Ох, сейчас будет больно кому-то. Ох, сейчас будет и очень больно. Круто Нур может зайти. Очень круто может Дискорты прыгнуть. Дискорты вешаются. И DreamCoil будет и ставиться. Да ладно, он там может Сайлент отъехать. FN вылазит, глимсует назад Алоха Дэнс. Алоха Дэнс сам на себя ультимейт. Надо FN переключить цель. Ну, решили просто уйти. Вега. Да ладно, ворвался пак, ни в кого не дал DreamCoil, получил сайленс каким-то непонятным чудом, что Найтсталкер видел его. Так, выталкивают Солыча, Солыча порвало. Ну и Вега вынужден уйти. Все-таки ультимейты потратили, есть только, кстати, Шторм. DreamCoil'а нет. ФНГ-то как хорош. Такой же сайленс дал. Если бы сейчас не было этого сайленса... Там бы игра бы закончилась, скорее всего. Тут бы сейчас было минус 5 и минус рана. Там был вырыв просто в пятерых. Да. Могло бы быть. Так, и довольно интересную позицию Virtus.pro занимает во вражеском лесу, как у себя дома. Будут пушить тауэр. Да, наступает день. Сейчас Bounty Hunter дождутся. Я думаю, что Вега могут спокойно идти дефить. Опять же, имея Aegis. У Лассидер появляется Ogre Club. Что это будет? Blocking Bar? Как думаешь? У кого? У Лассидера. Что, БКБ? Ну, Ogre Club-то есть и... Ну, честно говоря, не, ну, вполне возможно. Неплохо, да. То есть там Blocking Bar будет вообще длиться и свой личный, и плюс... Потому что у него, в принципе, все есть. Хороший move speed, отличный DPS. В принципе, единственная проблема — это когда ты будешь бить тайни без БКБ, ты будешь башиться об него. А так, замечательно. В принципе, и правда, БКБ может зайти очень даже круто. Вынуждает ВП лететь на базу, потому что Вега уже заходит на тир-3. Надо лететь и дефи, да? Алоха Дэнс. Откидывается, Поку пытается немножко подфармливать, но башня пострадала уже на 600 хп. Явно Вега не будут отходить, могут врываться спокойно. Все-таки инфест-бомба уже заряжена. Ну, ну и FN. Нет, решили уйти. Решили отойти. Хотя имеется Aegis, все имеется, а сами ТВП идут. Побежал ФНГ. Побежал Год, побежал Инуфьюр. Активируется ночь. Это Вега все прочитали и просто уходят. Разбежались. Еще одна повторная инфест-бомба уже готова. Ну, плюс FN видят. Да нет, кого они видят? Тут все-таки ночь, вижу, вообще очень мало. Сложно качественно ворваться. Очень опасно идет пак. Смотрим, и ВП разбегаются. Йоко давит чакрам. Решит. Тинни покупает БКБ на все деньги. Байбек у него не будет, в случае чего есть врыв от Нуна. Подаем DreamCoil, но Хадерс не успевает моментально сгрызть. И врыв есть, зато от Йоку. Сём успеет ли убить? Сёма не убивать, зато убили Лича. Соло также погибает. Да, гонится теперь за Годом. У второго есть БКБ, он вынужден прожимать. Его все равно там замедляют. Чтобы убежать просто, да, на базу, не более того. И там Сёма такие его смогли убить. Ну, хоть так. По итогу 2 в 2. Aegis остается. И... Ой-ой-ой, Йоку, Йоку, надо отсюда бежать, а Йоку-то все-таки больно, там и ФН, и маг больно пробивает, врывается Год, есть ТОС, можно убить хотя бы мага, но не хватает урона, попросту не хватает этого самого нужного дэмэджа. И Год остается на 200 хп, погибает просто от тычки ФНа, есть опенваланс на Йоку, и Йоку страдает под сайленсом, никуда он не может улететь, Спайдерлинкс динает себя,
байбека у Тини, напомню, нет. Он купил себе блокенбар. Ну и надо заходить на рампу веги. Что они делают? Они сломать могут два лайна, потому что снизу как бы еще и Т3 Тауэра нет. Там уже маг в свое время поработал. Да, дичайший ДПС, конечно, у лайфстиллера. С такими артефактами. Слишком быстро рейдж он ломает кабинеты. Рейдж и бить, и все. Ты ничего не можешь ему сделать. Ничего. Маг получил сайленс, обрушил свой армлетик, нажимает блокинбар, дропается Аегис, но Вега надо отойти. Все, они уже все, что надо, сделали. Слушай, можно просто уйти. Такой четкий поставил. А на самом деле они могли и подраться. Че, Тини там зачем? Нет. А зачем? Не, я не спорю, что они сделали правильно, отошли, но в целом могли бы легко подраться. БКБ прожал маг, он бы мог на развороте под ультимейтом повоевать. Просто потому что там нет Тини. Подумали, наверное, сейчас Вега, точнее. Да, Virtus.pro подумали, наверное, что там. Типа, фу, блин, Вега подумали, что там есть байбек, а байбек это там нет на тайне. Но мало ли, лучше мы отойдем. Ну там Аегис дропнулся, у Ласлера решили, что лучше не рисковать. Зачем? Когда можно надежно отыграть, там одна сторона остается. Дело за малым. Хекс появляется у Пака. Опять же, по графикам там уже цифры, видите, какие большие, говорить их даже не стоит. Ну, еще и МКБ. Ну да, тут просто еще фактор наличия огромного количества денег, которые не реализованы. Почему бы не пойти, не закупиться, потом не повоевать. Уже вооружены до зубов. Да, и вроде кажется, у Virtus.pro имеется сталкер, имеется огромное количество вижена, у Веги ее нет. Но как-то не ощущается, да, что у Веги мало вижена. Всегда хорошие врывы. Пака, Дримкойла там по двоим, по троим стабильно. Вега не чувствует какой-нибудь недостаток вижена. Они идут по мидл линии. Надо, кстати, потоп пойти. Ну, у Веги просто, да, у Веги просто вырываторы такие. Если они там ловят, закрепляют на одном месте Дримкойлом, и уже ты не можешь куда-то убежать из зоны вижена противника. То есть это небольшая проблемка. Найтсталкер вроде хорош, а вроде как бы и не совсем, потому что ты под Дримкойлом далеко бегать не можешь. Потом врыв на соло, почти разорвали его, получилось сделать хил, но соло это всего-навсего суппорт. И вот теперь года надо как-то попытаться разорвать его, уже пытается сейвить Оракл, но по-моему тут уже очень много урона поналетело и должен погибать. Да, так и есть, его там разорвало просто на атомы. ФН просто бесконечно БКБ. Да, ФН, рейдж, БКБ, потом снова рейдж и этот бесконечный иммунитет к магии. Может, рампашку ФН оформит у нас сегодня? Сегодня у нас рампашки еще не было. Да, кстати, вполне-вполне движется именно к этому. В спину наваливает. И есть рэмпэдж от ФН. И Good Game прописал Алоха Дэнс, понимая, что рэмпэдж заканчивается, регион Европа. Ну, такой мажорный конец получается у нас. Ну как мажорный? Virtus.pro-то проигрывают. Еще одна команда СНГ проигрывает. Ну, Вега сыграли очень красиво, Вега молодцы. Просто великолепная игра, при том, что, честно, я не верил в их пик вообще ни разу. Я до конца, до последнего верил в то, что ВП смогут своим пиком затерпеть и в лейте потащить. Вот. Но